Всем привет! Сегодня я вам хочу рассказать еще об одном моем приобретении на китайском AliExpress сайте, где можно купить дешево и сердито с высоким качеством ножи в разделе охотничьи ножи. Вот ко мне пришел вот такой нож. Lightfoot Knife. Ну, переводится как легкое путешествие. Посмотрим на него вблизи. Вот он пришел в таком виде. Кайдексовые ножны. Вот с таким креплением на ремень. Крепление очень удобное. В зависимости, как вы хотите его носить, можно за счет вот этих болтов сделать подвес или прямо, или боком, или вообще вниз головой. Здесь вот есть, стоит планочка, чтобы можно было менять ширину ремня. Я ее убрал и оставил для армейского ремня широкого. Ну, достанем сам нож. Вот такое чудо. С оранжевыми накладками. Длиной 8 сантиметров лезвия. Весь нож 19,7. Здесь нарисована акула на эмблеме. Сталь D2. Спуски идут сверху. Уходят почти в ноль. Ну что, попробуем потестировать его. Сперва на помидорах. Фу. И этот нож режет помидоры отлично. Вот как видите. Попробуем, как режет яблоко. Вот ли колоть яблоко. Режет отлично. Ну, немножко подкалывает, потому что лезвие толстовато вверху. Вполне. Забыл протестировать на бумажке. Как обычно. Ну, посмотрим, как он режет. Вот, как видите, он режет отлично. Режет с вывертом. Опять будем испытывать на своей же березовой деревяшке. Как режет деревяшку. Ну, режет хорошо. Не сказал бы, что очень, но немножко проигрывает мором. Так. Еще хочу сказать. Вот некоторые меня спрашивают. А ты, говорит, проведи тесты, там, вскрой баночки, там, может порубить гвозди, там, еще как-нибудь жесткий батоник. Ребята, мне жалко ножи. Если бы было у меня много денег или был бы у меня спонсор, я, пожалуйста, с удовольствием бы поубивал ножи. А так я их люблю. Ножи надо любить и уважать.